Привет, друзья мои, хочу показать вот облепиху. Вот такая облепиха, друзья мои. Как раз красиво так. Это вот возле ленты, друзья мои. Возле ленты такая вот облепиха. Вот. Растет здесь вот облепиха. Красота. Ой. Веточки такие классные. Классно. Вот. Очень. Тут вот и снежок. Сейчас снежок покажу. Вот такой вот снег, друзья. Вот он. Видите, первый снег. Но у нас не было снежка. Ой, друзья мои, вот такая вот облепиха. Я всегда думал, я тут такая красивая. Прелесть, друзья мои. Так что можно собирать смело, холодно, но собирайте. Пришли тут вот на Волочайск. Ой, на Восточную. Скажите, дурак. Может быть и верно, может быть нет. Такая клюва. Дочь Попова. Ладно, друзья мои, фотки ставлю. Ой, друзья мои, да, правда, холодно, ужасно. Ну, что поделать. Холодно, не холодно. Вообще скоро зима будет. Так что снег не снег, дождь не дождь. Все, милые мои. Ой. Если будет что интересное, сниму. Покажу. Здравствуйте. Еще раз хотел показать вот такую красотень. Тыковочки такие, короче говоря, я так к этому хочу вам сказать, что же Хэллоуин будет, Хэллоуин или как и называется, не знаю, праздник тыков, короче говоря, вот такая красота, друзья, мульти-пульти. Я вот такую хотел вам показать, красивенько, будет что интересно, покажу. Друзья, опять я вам сладкое показываю. Такой красивый торт, друзья. Ой, Прага называется. Прага. Ой, стоит 177 рублей. Короче, по половинке теперь стоит. Вот, видите? Это орех. Тоже стоит. Красиво. Наполеон. Наполеон, конечно, стоит 535. Это тут я конфи. Терра Южный Вечер такой, Мафия, Наполеон, Наполеон, такая красивая, черепаху я сам могу делать, Антонов двор, Астория, кто знает, вот такой тортик, вот такой цену показывать не хочу. Красивый, да? Такой. Как называется сметанин, друзья? Вот такой сметанин. Что такое? Графский развалин. Лучше тут. Сладок бомбильный, друзья. Такой Наполеон. Часы. 55 рублей, друзья. И вот такие вот здесь дают эклеры. Эклеры, спасибо. На любой выбор, друзья. И вот такие вот. Все приносят. Я не полю.
Это тут дешевше стоит, друзья. Это тут подороже. Это вот этот муленый ручку. Все меняем. Вот что я вам показываю. И вот такой красный баттер, друзья. Кто-то может сказать. Вишневый голубичный. Голубика. Это дешевше, конечно. Бонапарт называется. Все миллионы. Друзья мои, кто не любит сало? Все любят сало. Такой, ай. Друзья мои. Значит, так, 83 рубля минимум. Грудинка пряная. И вот такой вот, друзья. Ой, друзья. И вот такая вот прослойка. Ай, милый. Люблю я этот шпик. Такой 97 рублей. Все, друзья, покупаю. Ой. Дядя Сережа. Хочет. Да. Все. Ой, друзья мои. И свекла такая. Для борща можно купить. Вот такую купить. И все. Одну. И варить не надо. И борщ добавить. И все. Вот так вот, милые мои. Да. Ну, вот такую картошку можно купить. Пенсы. О, точно. Так. Вот такая вот красивая. Ой. Друзья, кто не любит пожрать, я тоже люблю. Вы тоже любите? Так, вот это вот еще. Вот это вот. Я тоже хочу это купить. И плотик. И плотик. И положите мне плотик. А вот такую. Да. Вот так, друзья, обожрусь я сегодня таких вкусняшек. Друзья, милые мои, вкусно. Я хочу кушать. Боже, друзья. Такая вкуснятина. Друзья. Слюнька потекла, друзья. У вас как? Все, друзья. Я пошел от вкуснятины. Вот так вот. Еще хочу показать вот эти куры, друзья. Куры-гриль. Ну, я сам тоже могу готовить, конечно. Вот. Идемте дальше. Все, милые мои. Люблю, целую, обнимаю. Чебуреки вам. Вы не хотите чебуреков? Я хочу чебуреков. Чебуречки. С мяском. Жара, говори. Ой. Все, друзья мои. Я набралась. Спасибо. Люблю, целую, обнимаю. Пока.